для меня в жизни важно? Для меня важны события. И события на этой выставке – это встреча с работами Марины Лукич. Мне, я вижу это первый раз. И я удивлена, я поражена тому, как один человек может сделать вот такое. Меня больше всего поразило то, какой труд тут вложен. Когда я смотрю вот на мелкие детали, это просто, ну, как вы сказали, что вот терпение не нужно тому, кто это любит. И вот это видно, что оно сделано с любовью, и, ну, очень нравится. Марина, я такое вижу первый раз, потому что необыкновенное сочетание таланта художника, кропотливой, тщательной работы рукодельной мастерицы, вкуса, видение в целом картины, потому я потом прочитала, что вы художник и образование театральное, это все видно. Но главное, что насколько это все сочетается красиво, необыкновенная техника, я такого никогда не видела. Обалденно, спасибо. Уникальная технология, которая завораживает, которой хочется прикоснуться. И такие работы хочется некоторые. Хочется, чтобы они жили в моем доме.